Чем хорошо обращение Путина к России, к нашим гражданам? Тем, что оно не требует, знаете, так сказать, каких-то особых разъяснений, но обращение прямого действия. Мне кажется, предельно все ясно. Вот. А что касается, да, мы требовали действительно это дело, и будем дальше требовать, потому что Владимир Владимирович слышит, потому что 15% и это мало. Что? Это мало. Потому что у нас... Так богатые разбегутся, если будет выше. Подождите, разбегутся. Они так разбежались, у нас 75% в офшорах. 75% в офшорах бизнеса находится. Задолженность по ЖКХ. Вот, и кроме всего прочего, вы смотрите, у нас же ведь налоговый кодекс еще есть, который нам надо, Андрюш, скорректировать. Ты как профсоюз обязан это сделать. Да, мы должны сделать. Потому что если он олигарх, он вообще платит меньше, чем обычный гражданин, даже, так сказать, который живет за чертой бедности. По процентам, я не говорю по натуральным. У нас все чаще в стране принято говорить, что олигархов нет. А вот да, олигархов нет, и хотелось богатый бы, человек, чтобы их не так. было, однако их много, к сожалению. Они должны платить не 15%, а 50%. И тогда он будет понимать, что либо... И тогда он не будет платить. Нет, он белорусом станет резко. Либо он это отдаст государству, либо он отдаст тем, кто работает, которые будут зарабатывать по 500 в месяц и платить эти 15%. Вот это правильно будет. Вот такой стимул должен быть. А такое рассуждение, что они все разбегутся. Да и пусть бегут, тогда и сами отберем у них все и будем сами этим управлять.